А в этом бою с разногласием судьи победу одержал представитель Красного Угла Иван Никулин. Время остается 38-я пара Николай Малекуца, Дмитрий Марченко. Приготовиться Теслюк Ахмед.
готовится к продолжению боя Арсений Теслюк. Синим Давид Ахмед. Приготовился 40-й парень Ефимов Косян.
А в этом бою для вас на решение судьи победу одержал боксер Красного угла Арсений Теслюк. Приглашается стартовая пара Михаил Ефимов, Иван Косян. Приготовится 41-й заключительной паре Марченко Артем, Роман Полишенко.
Але на єдиноразове рішення судді победу одержав красний угол Михаил Ефимов. Время продолжается заключительное на сегодняшний день 41-го пара Артем Марченко, Роман Колесченко. Завтра начало финальный прием в 10 часов. Синя Роман Колесенко, спортклуб «Стимул».